закатаны в салоне трое. Один из них очень сильно расстроен. Двое снаружи, машина в кювете. Загадка, в чем провинился тот третий. Посмотрим, кто угадает быстрее. Убер делали школьник Арсений. И вот веки твоему удивлению. Я бы лучше поставил на синий. На твоем счете не хватает фила. Каждый новый день, как новый поединок. Сотни вариантов оступиться на пути к Олимпу. И ты в курсе, как это, когда сладкая жизнь горькая после вкуса. Допустим, третий был далеко не подарок. Предавал близких и на деньги был шаден и падок. Тогда гадать не будем, напиши и распишись. Причина смерти — это стрёмные взгляды на жизнь. Нам ее дают, а потом отнимают. Медленно вперед или пули ввысь. Будь осторожен, шагая по краю. Есть мазь, а оступиться, брат, ведь это жизнь. Нам ее дают, а потом отнимают. Медленно вперед или пули ввысь. Будь осторожен, шагая по краю. Есть мазь, а оступиться, брат, ведь это жизнь. Но взгляды на жизнь отнюдь у каждого разные. Хорошо, если понимаешь это сразу, ведь не всегда прав тот, кто прав, чаще всего прав тот, у кого больше прав. Глаза закрыты при помощи бейсбольной биты. Головы бриты, ухмылки на лицах не смыты. Все взвесь, может, не стоило объяснять, что в пробке из салона прадика некрасиво плевать. Клевать носом или щипать из казны. Если у нас твое, то приди возьми. Если не можешь, значит, уже не твое. Мы про тебя вспомним и про тебя споем. Не думаем о грустном, молим на удачу, глаза не прячем мы, отдаем сдачи. И не подумайте вы про нас плохо, просто весело там, где пух. Нам ее дают, а потом отнимают. Медленно вперед или пули ввысь. Будь осторожен, шагая по краю. Есть мазь, а оступиться, брат, ведь это жизнь. Нам ее дают, а потом отнимают. Медленно вперед или...